Если душа просит света, а вы не света, то можно попробовать посвятить на Химмельсдорф. Нет, нет, зачем? Зачем ты эту карту ты выбрал? Ладно. Сегодня светлый день, и мы будем светить. Йоу. Да будет свет. Стреляем. То есть не он, как говорится, не он. Энергетик такой, не он. Мне некому петь любимые песни, обрушился весь мир на голову мне. Стою на краю, вокруг меня жопа. Про меня песня получается, да? О, ка. Блять, может, о. Можно с тобой... О, люди, я тут пою, а вы здесь. Давай, Дарки, идешь в зод с нами, нет? Еба. Фугас? Вы чё, больные? Зачем вам фугас? Офигеть. Фугас. Это было очень больно. Я даже не думал, что у него фугас может быть. Пока бой ищет, пойду кота покормит, он меня сейчас сожрет. Кота? Кота. О май гад. Вот так вот. Кормите своих котов, а то они вас сожрут. Жри его, ебло тупое. Так, все, я тут вроде. Привет. Запустила бой и ушла, да, вот это вот как-то. Да, да, так я ж говорю, я пошла играть в тебя, насмотревшись. Учусь тоже у тебя. Было это один раз. Пара. Один раз было. Пара раз. Ну, не важно. Не раз. Не раз и не то. Убивает почти. Как он здесь мог утопиться, я вообще хз. А, так же, как я, похоже, я утоплюсь. Плиз, не надо. Дайте подышать. Ой, господи. Чуть не утоп. Так, я ЛТО, то ЛТО-ды должны наглеть. Ха-ха, ничего не было. Зарабатываем разведчика одной выкаткой, вот так вот. Ох ты. Да чё за бред? Вы чё, пацаны? Охереть, я даже выйти не успел, меня вообще убивает. Нормально. А как так? Не понял немножко. Вот этого сейчас реально не понял. Закройте глаза еще разочек. Это с каждым так бывает. Это ничего такого. Ну, слился. Нормально все? Нормально. Это с каждым такие случаи случаются. Никто от этого не застрахован. Никто абсолютно. Все нормально. Читеры. Читеры, да? Это все читеры. Я придумал отмазку. Нет, не жив. Ну ладно, победа как бы 400 урона. Блять, не идет. Не идет. Надо попробовать сервер сменить, по-моему, это поможет. Блять, какой ты еблана. О, пиздец. А, я не буду ничего писать, я буду выше этого дерьма. Быть выше даунов, это круто. На самом деле это даже хорошо, потому что я сейчас отсвечусь и... сделаю... круто. Сейчас. Круто сделал. Пиздец, в чем проблема? Я не понимаю, серьезно не понимаю, как я умираю. По моим расчетам я не должен умирать. Пойдем подсветим? Да-да. Светить-то мы умеем, господа. Норм танк, только упарываться не надо. Да.
на любом танке можно сказать, что танк норм, упороться не надо, типа. Америку открыл, блять. Молодец какой. РТ без засвета лупанул. Бедолага какой. И что делать теперь? Давай в полицию позвоним, не знаю. А что делать-то в таких случаях, я не знаю. Неплохо, господа. Не правда ли? Особенно если смотреть на фоне тех двух боев, трех боев, на которых я отсосукал, тут просто жесть происходит. Просто вот танк ничего от тебя не требует, просто все дает. Такой вот, держи, вот. Играй от кустов и все. А, норм танку пороться не надо, как говорится. Вот так вот. Добрый вечер. На. Мы тебя вылечим, командант. Сначала мы отомстим нашему немецкому, сука, брату. А, помнишь меня, сука, помнишь? Тебе пиздейшн, коммуникейшн, you know? Тебе смерть. Восьмиуровневый кусок говна. Ты умрешь от моих лапок маленьких, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что? Что теперь ты скажешь? Маленький Лёва получил по своей большой жопе. Жопный жук. Получил. Что ты теперь скажешь? А, мертвый же не разговаривает, я и забыл. А вот еще один мой обидчик. Иди сюда. Жопный рак.